Ежегодный фестиваль-конкурс «Звездный час» прошел в городском округе Щелково в седьмой раз. В Дом культуры Огуднева съехались молодые люди, которые подготовили жанровые сценки по литературным произведениям, в стихах и в прозе, а также танцевальные и вокальные номера. Жюри в него входят работники библиотек, театральных и культурно-досуговых центров. Оценивало декламаторское искусство, способность завладевать вниманием зала, необычность и смелость в решении творческих задач. «Спрячу от мира свою красоту, и праздничный бал обойду за версту. А если кому-то меня предпочтут, уйду, и замолкнет завистливый суд». Во второй части программы «Звездного часа» были выступления конкурсантов, состязавшихся в вокальном и хореографическом мастерстве. Здесь также были интересные номера. Все участники получили от организаторов фестиваля конкурса почетные дипломы за готовность выходить на сцену и за смелость. Обретение этих важнейших качеств, необходимых для развития творческих способностей, надо заметить, в любом деле, не только в театральном искусстве, это и есть главные цели и основные результаты фестиваля конкурса «Звездный час». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.